Приветствую вас всех, уважаемые подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы продолжаем наше приключение в игре The Elder Scrolls Skyrim. Находимся мы сейчас с вами в синем дворце города Solitude, столице всего Скайрима, где в прошлой серии помогли бардам возобновить их ежегодный праздник по сожжению уже короля Олафа. Там у нас целое приключение было. А по мне, так, пересказать я все не смогу, поэтому я посоветую вам просто посмотреть прошлую серию, кому это очень интересно. Ну и сейчас мы с вами отправимся дальше вступать, как я понимаю, в гильдию, ибо та помощь, что мы оказали, оказалась вроде недостаточной. Будем поэтому исследовать, смотреть и исследовать. Меня зовут Гисли, но ты можешь звать меня сестрой Эрикура. Все так и делают. Да ладно. Сестра Эриквара, Гисли. Я аж заговариваюсь. Уму непостижимо, столько разного творится. Не знаю почему, но когда кто-то говорит в игре, я начинаю неосознанно пытаться вслушиваться и пытаясь одновременно с этим произнести и толкнуть речь, у меня не получается, и я запинаюсь, но надо это перебарывать. А вот и будущий бард. Тебя послал Виарму? Да, так и есть. Праздник состоится. Я всем скажу, что мы готовы, но празднование начнем только когда сгустятся сумерки. Приходи, когда стемнеет, и мы начнем праздник. А, ну ладно, так, сейчас тогда давайте сделаем следующее. У меня вроде какие-то вещи есть, давайте передадим ей Сиране. Видишь, она переодеваться начнет, и заберем у нее этот шлем. Надеюсь, речь не о тех вещах, которые тебе просто надоело таскать. Сирана, я просто у тебя заберу некоторые вещи. Так. Забираем. Сразу одела маску. Лучше бы я не забирал этот шлем. Так, у нее, по-моему, я какие-то вещи, да, тяжелые оставил. Почему она почти ничего не хочет у меня брать? Смотрим. А, все вспомнил. И слитки скинул, и теперь она, наверное, дуется на меня, думает. Обвешал меня своей ненужной фигней, и теперь радуешься, ходишь. Нет, Сирана, сейчас я тебе обратно отдам перчатки. Так, что тут есть у меня ей дать-то? Вот это неплохая штука. Так. Мне казалось, я последний раз взял какие-то хорошие вещи. Так, щит. Это нет. Не знаю, будет ли она такое носить. Давайте попробуем. Да, мадам, я знаю, что мне еще нужно много работать. Хорошо. Продолжай в том же духе. Это все. Ну ладно, там у нас обратно какие-то страсти кипят. Это довольно сейчас стало актуально для игры. Я в последнее время только начал замечать, что кто бы что ни говорил, почему-то звучат одни проблемы. Не просто какие-нибудь там сплетни, разговоры, а обычно, вот, например, о том, что «А ты слышал, что вчера на соседней улице у нас там произошел прорыв канализации». Ну, обыденные такие, вы поняли. Я не впрямую хочу это здесь услышать. Это тоже своеобразная проблема. Зачастую все обсуждают то, что все вокруг плохо. Иногда думаешь, ну ничего себе, приплыли. Так интересно, оттуда ниндзя-черепашки вылезут? А помнится, в Обливионе в такую штуку в имперской крепости можно было залезть, и там даже находится вход в тюрьму. Запасной, по-моему. Неожиданно начали вспоминаться некоторые подробности моей игры в Обливион. Вот когда такие вот моменты, я еле ползу, я думаю, это самые вовремя приходящие мысли. Я-то предпочитаю меч.
Да, мне мечи тоже нравятся, просто... Система в твоем безумии, а твое безумие есть система. Да, просто все, вы безумны и вы достали меня. Никого не знаю, ничего не знаю. Я пытаюсь доползти до хоть одного торговца. Так, надо это сделать через силу. Сирани-то хорошо. Ходит себе, ходит. Девочка, хочешь слиток на халяву? Остановилась, а детей ждет. Мне сейчас надо либо до кузнеца доползти вообще, либо куда-нибудь так, чтобы сбросить все это барахло и забыть про него вообще, не вспоминать никогда и сделать вид, что его не существует. Я никогда вот на этом рынке не торговал. Интересно, тут продают что-нибудь помимо еды? Так нет, если судить по их лоткам торговым, еда это все, что у них есть. Извините меня, если я буду запинаться, просто из-за того, что был такой большой промежуток, только сейчас я после двух серий в старом Скайриме начал вновь замечать, насколько здесь прекрасна архитектура. И то, что я ползу, позволяет мне медленно-медленно все рассмотреть. Как говорится, каждый угол и складочку. Так что перегруз имеет свои плюсы. Помимо того, что мы еле ползем. О, кузнец, мужик. Я здесь почти. Не уходи никуда только. Не уходи. Стой, 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 стой. Он издевается. Он явно набивает, кажется, себе цену. Требованием имперцев не будет конца. Ну ладно. Погляди. Так, у него довольно много денег. Так, в топку этот лук продаем. Так, этот мне лук нужен. Эй. Погляди. Почему они закрывают? Задолбали уже. Так, вот это продать. Это продать. Ничего себе, и он даже не скидывает цену. Это впервые. Так, может, я у него что-то смогу такое не тяжелое купить. Угу. Мне это явно не поможет особо, поэтому заходи, придется еще или броня, поработать кузнецом. Работает. Конечно, если есть из чего что клепать. Так, похоже, есть кинжалы. Настало ваше время. Так, железные, клепанные, сыромятные. Стройматериалы. Сирана, ты бы не хрень всякую точила, а помогала бы мне. Так. Я ненавижу этот город. Здесь нету горна, чтобы переплавить руду. Вот необычно, по идее это столица. Вот такие, так сказать, недоработки. Я бы здесь горн у каждой кузницы поставил и сделал бы несколько кузнец. Насколько я помню, в Айтране даже имеется две кузницы. Одна вот возле входа начального, а вторая у соратников стоит там рядом. По крайней мере, если мне не изменяет память. Не говоря уже о Винхельме. Так, это вообще что у нас? Похоже, лавка все-таки торговая. Привет. Приветствую, друг мой. И добро пожаловать. Чем я могу помочь тебе в этот светлый день? Мне нужны стрелы, которые могут сразить дракона. Давайте спросим. Ну, конечно. А лук, который стреляет радугой, тебе не нужен? Или колчан, который разливает пиво? Слушай, если тебе нужны стрелы, пожалуйста, у нас они есть. Но не надо надо мной смеяться. Вот дурак. Владеешь луком, да? У меня есть именно то, что тебе нужно. Да, ёшкин лук кот. Лук и стрелы для умелого охотника. Так, что он у меня может купить-то?
Это продадим, это продадим. Правда, перегружен все равно. И даже не знаю, что мне-то еще продать можно. Может, еще увидимся. Ферран, ты где? А, вот ты. О, что это? Прости, но тебе придется потаскать немного вещей. Это поможет. Так, придется все-таки. Так, где эти слитки? Так, раз, еще надо примерно столько же освободить себе. Все. Теперь надо понять, как мне бороться с этим вот чувством постоянного перегруза, что ли. Считайте, сколько я уже с вами прохожу игру и все время испытываю такую маленькую проблему. Такое ощущение, что я собираю всякую фигню, но при этом она вся нужна, оказывается. Товар мусором, но для меня это сокровище. Вот в конце вот оказывается, что все это очень нужно. Так, это все можно продать. Пустой. Так. Давайте вот эту фигню тоже продадим. Нет, нет, нет. У нее можно купить наверняка полные камни душ. Не пустые. Так. Вот так. Пусто. Обычно. Все, вот прекрасно просто. А то я держусь за эту фиговину разнообразную, как будто, знаете, она мне погоду сделает. На самом деле это все совсем не так. Кувшин посвященного. Но это я оставлю. Или продам. Нет, оставлю. Так, это тоже оставлю. Это все продам. Так. Это тоже продам. На кой мне эти, как говорится, камни? Всякие ненужные. Как говорится, один. Фиг, я их, ну, с собой никуда не унесу. Витки. Ну, осталось только вот эти начать продавать. Всякие амулеты Аркея, Стендера. Че бы кольцо какое-нибудь подешевле вот такое найти. Все просто превосходно. Не знаю, что я там продал. Но будем считать, что то, что надо. Во всякой всячине тебе всегда рады. Я тоже рад твоим денежкам и твоим товарам. Ох. Вылечиться бы еще от этого вампиризма. Тоже страдаю, считайте, с того момента, как мы с вами отправились в Солдстейм по, так сказать, по квестам дополнения Драгонборн. Мы страдаем, вот, так сказать, недомоганием таким. Так, я в тень встану и давайте подожду до вечера. Ждать, правда, придется прилично. Вот так. Как раз будет 8 вечера почти. Точнее, 7, конечно. Так, еще часок. Так, ребята, вы там собираетесь вообще что-то делать или это так? Для проформы вы сказали, приходи вечером, а на самом деле это смысл того, что лучше вообще не приходить. А вот и будущий бард.
Да. Я всем скажу, что мы готовы, но праздно. Приходи, когда стемнеет, и мы начнем праздник. Ладно, еще часок жду. Слушайте, какого книги раскидываете? Осторожнее с этим. Не барды, а мусорщики. Ладно, давайте я буду возле него по часу ожидать. Но это куром насмех. Неужели свершилось? Я его убью. Так, жду. 17 часов. Просто обидно как-то выходит. Сказали вроде в одно время приходить, теперь другое. Так, ребята, совесть-то вы имеете или как? Я пришел. А вот и будущий бард. Тебя, я всем. Приходи, когда стемнеет, и мы начнем праздник. Еще сейчас жду. Я всем скажу, что приходи, когда стемнеет. Мы начнем праздник. А уже вот стемнело. Бар. Здорово. Похоже, ты скоро вольешься в наши ряды. Сожжение короля Олафа будет происходить у здания коллегии. Соберемся там. Я в шоке. И как я до этого должен был догадаться? Некоторые моменты меня удивляют. Возможно, для многих это было бы самое очевидное, но... Сначала сумерки, потом ночь. Хотя... Это стоило того. Костер на улице. Птички на небе, звездное небо. А вот и он собственной персоной. Так, я готов. Какой он страшный-то, а? Похож на зефирного человека из Ghostbusters, ну, охотников за привидениями. Добро пожаловать в Солитюд. Этот праздник не состоялся бы, если бы не усердие и самоотверженность нашего последнего соискателя. Пусть песня сопровождает тебя в твоих... Да, поджигая ладно. Чучело... Он становится полноправным членом коллегии барда. Приветствуем нашего нового барда! Вы хоть на меня смотрите. Так, все? Думаю, ты им понравишься. И что, теперь я бард? Да, поздравляю. Теперь ты становишься полноправным членом коллегии бардов. Зная о твоей любви к приключениям, некоторые профессора коллегии могут попросить тебя об услугах. Более того, Элисиф постановила, что сожжение короля Олафа становится еженедельным праздником. И, наконец, вопрос о пожертвовании, которое Элисиф хотела передать тебе через меня. Ладно, неплохо. Думаю, Сангвин был бы доволен нашим праздником. Поздравляю с тем, что тебе удалось вернуть нам праздник. Не понял. Давайте спросим, о чьей шее идет речь, кто провинился. Ларина. Моя безмозглая ученица стащила мою флейту и продала какому-то некроманту. Теперь у меня требуют выкуп. Эта флейта в нашей семье уже 17 поколений. Ну, не стой столбом. Иди и верни мою флейту. Зачем некроманту твоя флейта? Похоже, Ларина наплела ему что-то насчет того, что флейта может заставить мертвых танцевать. Это просто флейта. Очень старая и дорогая флейта, но не более чем.
теперь можешь рассказывать, что знаешь самого одаренного барда в Скайриме. Офигеть. Думаю, Зангвин был бы доволен нашим праздником. Вот это страсти, да? Вроде обычная такая флейта. А сколько всего может быть? Найти флейту Пантеи. Теперь посмотрим. Слушай, ты похоже очень стервозный учитель, если флейту запульнули в такие дальние края. Мне к Сартау аж придется отправиться, чтобы добраться до пещеры с этой флейтой. Данстар я, похоже, не посещал, именно поэтому придется бежать от подземелья. Плюс от него... Вот, хотел сказать, могут быть тут проблемы у нас. В свое время я, по-моему, то ли для сумасшедшего ученого ходил сюда, то ли вообще мимо проходил и не заходил сюда. Не помню, в общем. Да не очень хочу помнить. Давайте просто отправимся за флейтой. Как бы это ни звучало глупо. Потом буду рассказывать внукам. Все начиналось с того, что меня попросили найти флейту, а потом закрутилось и пошло. Вот так ваш дедушка спас полмира. Хотя кому я это говорю? Кто поверит-то? Так, я хочу одну вещь сейчас проверить. 25 урона больше. Там, по-моему, так же. Так, у нас там маяк. По-моему, по курсу прямо. Тут две мирские руины, но они, похоже, мной уже были исследованы, так что я туда не пойду. Я уже успел немного забыть все эти места. Где мы с вами бывали. Так. Похоже, я немножко не туда заполз. Да, если я тут спрыгну, мне хана. Разве что вот так, вот так, вот так. Ненавижу этих тварей после того, что я про них узнал. Вот так. Спать, как говорится. Так, вверху маяк, там лагерь где-то легиона, а где-то здесь нам пещера нужная. Так. И почему мне кажется, что ученица обратно не вернулась. Флейту она продала. Не верю, что она продала. Что-то место жуткое. Я бы сюда ни в жизнь флейту не пошел продавать. Угу. Так, по старинке работаем. Сирана, сторожишь вход? Я буду здесь. Да, а я пойду поработаю. У меня почему-то еще остается ощущение того, что здесь будут риклинги и выпрыгивать будут из каждой бочки. А вот и ученицы, ребята. Вы слушаете, да, это?
Зачем она сюда пёрлась? Вот мне интересно. Она хотела найти какую-то богом забытую пещеру для того, чтобы спрятать здесь флейту, а потом сказать учителю, что... О, учитель, вот если бы вы меня сделали выпускником бардов, я бы пошла и нашла вашу флейту. Вы поймите, я специально это сделал. На всякий пожарный. Ну вдруг бы я бы смог с ним поговорить. Ну а теперь я удостоверился, что нельзя, и смогу спокойно его пристрелить. Ну-ка. Книга Дайдера. Испорченная книга. Хреновые вы, чтецы, если вы книги свои портите. Совсем не умеют следить за ними. Так, стоп. Глупые скелеты. Ой-ой-ой. Вот это я чуть не попал, ребята. Серьезно, он так даже звука не издавал. Я хотел вообще другую мысль вам высказать, а тут буквально на периферии, к краю зрения, почувствовал его. Мне кажется, что все больно легко у нас проходит. Получается, как будто нас подманивают, что ли. И светильники так стоят удобненько. Красивый вид. Да ладно, поспи. Это куда проход-то? Так, подождите. Схожу-ка я сначала сюда. Стоп. Стоит много. Сейчас я, кстати, еще разрываюсь на две части. Хочется и туда пойти, и сюда пойти. Сейчас решим. Если меня пустят тут, то пойду, наверное, дальше по этому пути. А если нет, ну что ж, тогда пойдем туда вниз. Благо, тогда меня хотя бы не будут мучить сомнения, что я повернул не туда. Так, стоп. Там, по-моему, даже книга, которая зачарование поднимает. Так, сделайте раз. Предмет проходный. Все, работаем по старинке. Самые дорогие вещи делаем еще более дорогими. Это, наверное, самое приятное. Помимо того, что ты создаешь предмет, который тебе полезен, так ты еще и навариваешься на других предметах путем повышения их себестоимости. Мне это нравится, по крайней мере. Тем более у нас камней хватает. Сейчас надо найти теперь что-то вот такое. Великолепно.
совмещаем приятное с полезным. Вы же, помимо всего прочего, по-моему, используя такие камни душ, немножко уменьшаем переносимый нами вес. Великолепно. Так, если тут такое было, я представляю, что там еще могут придумать эти некроманты. Как в Resident Evil первом, когда они зашли в туннель, ведущий к королеве, по виртуальному разуму, который в виде девочки. Она же их там резала всякими фигнями. Так, спокойно. Оп-оп-оп. Все. Глупый мужик, скажем прямо. Я, по идее, сейчас где-то неподалеку от входа. Сейчас немножко осмотрюсь и... Нет, не буду брать, даже на продажу. В общем, осмотрюсь, посмотрю, кто там кричал. А, Арина! Похоже, девочка, ты не в ту пещерку пошла. Да, так и есть. Давайте вернемся теперь обратно и посмотрим, что там было внизу. Отсюда уйти мы всегда успеем и сдать это задание тоже. А проблема того, что мне до жути интересно, что было там внизу, никуда не исчезнет. И я ее хочу решить сразу, не отходя от кассы, так скажем. Будет прикольно, если другой выход. Нет. Предвещаю здесь, ребята, тайник. Либо склад какой-нибудь некромантов. Может быть, еще что-нибудь более невероятное. Что это было? Смерть твоя. Все оказалось проще, ребята. Здесь была их спальня. Я все понял. Так, если тут, конечно, ништяки будет. О, необычный камень. Великолепно. Уже окупилось, считай. Поход оказался не таким напрасным. Так, превосходно. Точно. Я сейчас вспомнил, что я забыл в той комнате книжку прочесть. Она наверняка нам повысит зачарование. Так что по пути надо долбить мыслью о том, что не забудь прочесть книжку. От этого зависит судьба всего Скайрима. О, все. Жизнь удалась. Один небольшой поход, а сколько всего полезного. Все равно главное не забыть. И все время намекает, что я такими темпами, оставляя ее, могу о ней забыть. Например, если пещера будет иметь другой выход где-нибудь в другом месте, более далеким. Ну, это, конечно, справедливо, но я буду надеяться, что такого не случится. Пойдем со мной дальше.
Думала, ты уже не попросишь. О, куда я денусь? Так, на скайримских хоркеров обычно охотятся ради бивней и мяса. А то, что они охотятся ради мяса на других, об этом история умалчивает. Так. Что у нас тут на горизонте? Мишка, тихо, тихо. Ох ты! А ты еще откуда? Вот это Мишка, конечно, дал. Не ожидал, что он меня так спалит, серьезно. Думал, как обычно, тупой медведь. Пока поймет, пока повернется, пока фишку просечет, уже буду я его тушку свежевать. А оказалось, все не так. Так что у нас тут? Ветер? Хм, странно. Ну ладно. Я не буду на это внимание обращать. Пойду верну флейту. Синий дворец как раз намного ближе будет перенестись. Хотя бы радую. С одной стороны, я огорчу с другой стороны. Я к тому, что флейту-то я вернул, а вот ученицу, к сожалению, уже было не оживить. Разве что ее флейта действительно может поднимать мертвых, заставлять их танцевать. Можешь обращаться. Это, конечно, маловероятно. Но чего только не бывает. Я после того, что увидел в подземелье, где мы с Бардом вывели уже короля, причем Бардом призраком, что еще больше меня удивило. Вставай. Я была удостоена чести выступать в Синем дворце множество раз. Его светлость, покойный лорд, был большим любителем музыки. Так, понятно. Ты знаешь, я смог добыть твою флейту. Вот так. Чудесно. Я знала, что могу на тебя положиться. У меня нет денег, чтобы заплатить. Но я могу показать тебе пару трюков, которым научилась от волшебников в Винтерхолде. Теперь можешь рассказывать, что знаешь самого одаренного барда в Скайриме. Да. Нет, ты прилично меня обучила. Что тебе нужно, друг мой? И это еще не все. Спасибо, тетя. Как говорится, ценю. Так, Сиран, успокойся. Даже подумать об этом грустно. А почему? Ты грустишь-то? А, прости. Я что-то отвлеклась. Все думала о лютне Финна. Больше года назад воры проникли в коллегию и смылись, забрав кучу ценных вещей, в основном золото и серебро. Но кроме того, они украли лютню Финна. Мы только что узнали, куда сбежали эти мерзавцы, и я очень хочу вернуть лютню. А что такого особенного в этой лютнице Финна? Финн изобрел восьмихоровую лютню. Сейчас у всех такие. Пока он не придумал, как натянуть струны для дополнительных хоров, барды использовали лютни с шестью хорами. Лютня, которую они украли, первая восьмихоровая лютня Финна. Вряд ли они понимают, какое это сокровище. Теперь хоть поработать смогу. Так, великолепно. Ты бы убралась, бабушка? Тоже мне то. Мы с тобой здесь единственные, кто еще не лишился разума. Да ладно. Знакомая эта фраза. Сейчас я посмотрю. Если они недалеко, в принципе, можно успеть быстренько туда-сюда смотаться. А если далеко, то ну их. Твою ж мою ж.
Так, ребята, однозначно потом это сделаем. Давайте пока что завершим наш поход в этом прекрасном мире, в котором действительно хочется жить. Ночи тут прекрасные, ребята. Я даже прощаться не хочу. Нет, я попрощаюсь, конечно, но... Я, наверное, залипну минут на 5 на это небо. Тихо. Верите, нет, я застрял. Система в твоем безумии. Понятно. А твое безумие есть система и мелодия. Я понял, ладно. Спасибо вам всем за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.